Бог имеет планы о тебе, намерения Его благие, и судьба твоя в Его руке, под контролем неба дни земные. Знает Он твой выход и твой вход, каждый шаг твой и движение мыслей, даже и количество волос на твоей голове Господь исчислил. Если так, всеведущий наш Творец любит каждое дитя земное, разве может Он твоей судьбе допустить хоть что-нибудь плохое? Может то, что кажется порой непонятным нам в земной дороге, с целью допускается благой, чтоб приблизить сердце наше к Богу. Может, те волнения в пути, на которые так часто ропщем, нам помогут к вечности дойти и научить верить Богу больше. И порою на вопрос «Зачем?» Бог нам ничего не отвечает. Мы часами не встаем с колен и лишь только после понимаем, надо было, Бог так допустил, через тревогу эту и волнение Он в жизни многому учил. Он учил склоняться на колени, Он учил увидеть снова цель, ту, что мы своей беспечной жизни стали видеть смутно, но теперь снова взор направили к отчизне. Бог нас еще многому учил, посылая в жизнь нам ветры, бури, чтобы пыль земная на пути не затмила свет небес лазури. Бог имеет планы о тебе. Жизнь земная есть дорога к небу, и все Божьи планы в каждом дне лишь одно имеют своей целью — научить довериться Христу в каждом шаге, в каждом помышлении. Божьи планы только все к добру, чтоб достигли в небе мы спасения. Аминь.